Приготовьте шоколадное печенье с кусочками шоколада и грецких орехов, и оно станет самым любимым лакомством для вас и ваших деток. Нежное печенье с отголосками ароматного капучино. Разве может быть что-то вкуснее? Все дело в кофе, шоколаде и грецких орехах. Итак, рассказываю, как приготовить вкусное печенье со вкусом любимого капучино. Перед приготовлением печенья подготовьте все продукты. Кофе растворить в 2 столовые ложки кипятка. Мягкое масло смешать с сахаром и яйцом. Добавить к масляной смеси растворенный кофе, просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. В тесто добавить рубленные орехи и измельченный шоколад. Все хорошо перемешать. Руками, смоченными в воде, скатать шарики и выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 12-15 минут. Приятного аппетита!